поєднати і зробити такий собі 3D-ефект. Так, вже музика для 3D не вистачає. Такий собі ефект 2D, коли ти бачиш якусь перед собою світлину і хочеш розказати про неї свою історію. Деякі зробіт Віталія, які я бачила раніше, надихнули мене на створення текстів. Деякі народилися після того, як він сказав, що в нас буде виступ. От, більшість з них були підібрані на нашу думку так, що це одне композиційне ціле. Тобто, власне, це справді творчий експеримент мистецький, який нас надихнув на подальше завершення, який ми хочемо вас сьогодні пригостити, щоб ви справді повліяли, справді трошечки щось згадали і познайомилися між собою, бо це теж мости. Время настало. То есть все меня знают как репортажного фотографа. Решил немножечко расширить познание людей, что я не только занимаюсь репортажами, не только фотографирую там в студии, но еще есть у меня такое хобби. Люблю путешествовать. И в путешествии сфотографирую достаточно много. Что и как. Я сторонник того, чтобы вы сами создали свое мнение, насколько вам импонируют фотографии, какие чувства пробуждают. То есть мне это близко, я решил поделиться этим с вами. И еще хотел сказать, что хотелось этой выставкой, если получится, это прекрасно, вдохновить вас на то, чтобы вы выбрали в руки ваш фотоаппарат и фотографировали. Достаточно часто бывает, что люди купили фотоаппарат и куда-то его там на антресоль поставили и на телефон фотографировали, потому что так удобнее. И все потому, что просто не было времени, желания разобраться с настройками фотоаппарата. Ну и вот фотоаппарат есть, а фотографии практически нет. Я готов помочь в этом плане, помочь разобраться и с настройками, помочь поделиться своим опытом в плане съемок разнообразных, от репортажей всевозможных до вот, пейзажей.